Это «Утро в Петербурге». Мы продолжаем работу в прямом эфире. И прямо сейчас хотим добавить в эфир немного джаза. Джаз, оказывается, можно не только исполнять или слушать, но и танцевать. В этом убедятся гости концерта «Танцуем джаз», который дадут 18 мая в филармонии джазовой музыки. Квартет Юрия Богатырева, школа танца Любови Гецевой. И участники этого шоу уже в нашей студии. Мы рады их приветствовать. Друзья, приветствуем. Любовь Гецева, руководитель танцевальной школы. Хореограф, организатор программы «Танцуем джаз» и Сергей Белоусов, танцор джазового направления. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Также с нами музыканты Юрий Богатырев и Роман Салмасов. Мы в последнее время джаз не воспринимаем как танцевальную музыку, разве что медленные композиции для парных танцев, а ведь есть целое хореографическое направление. Это джазовый танец. Какие стили в него входят? Ну, джазовых танцев довольно много, и их можно разделить на сольное направление, на парное направление. Это чарльстон, соло-джаз, линди-хоп, бальбоа, блюз. И то, что мы танцуем с Сергеем, в основном это бальбоа, это бриллиант, на наш взгляд, бриллиант джазовых танцев, это самый-самый красивый джазовый танец. Ну вот все звучит довольно-таки современно, все эти названия, а вот исторически джаз был танцевальной музыкой, скажем так? Да. Да. Джаз был танцевальной музыкой, он был создан для того, чтобы всю энергию пропускать через себя и отдавать ее в пол. И что, и под блюз можно танцевать? Это что же это такое? Или все-таки что спать можно? За танец, да. Или ну, плакать. Как танцевать? Грустить и плакать. И плакать, и танцевать одновременно. Вы на вечеринке будете проводить мастер-класс. Может быть, сейчас в сокращенном виде, ну, буквально пару движений, нам с Людой покажете. Мы готовы повторить. Давайте. Готовы поучаствовать. Давайте, да. И наши зрители, может быть, самые популярные танцевальные джаз-движения. Самые простые, с чего можно начать, да? Да, давайте. Находим у себя левую ногу. Вот. Левая нога. Угу. Шагаем с нее назад. Угу. Делаем шаг раз, возвращаемся в центр два и приставляем ногу три. А можно нам задать, маэстро, какой-то ритм? Медленно-медленно. Вот как раз блюз будем танцевать сейчас. Да. Начнем с него, назад. Да. И... Ребят, поехали. Раз, два, три. И справа вперед. Пять, ой, назад, шесть, два. Семь. И левый назад. Раз, два, три. И справа вперед. Веса. Правый вперед. Пять, шесть, семь. Перенос веса. И раз, два, три. Ох, как четыре. И так все и просто. Шесть, семь. И раз, два. И такой кач все время, да, вниз. Да, ловили. Пять, шесть, семь. Но мы и перенос веса. Раз, да. Не безнадежные. Два. И сейчас, смотри, качание в бок. Шесть и семь. Можно как вдвоем танцевать, так, наверное, да. И в одиночестве, да? Да. Да. Скажите, пожалуйста, какой стиль одежды соответствует этому танцевальному направлению и подходящий для вечеринки? Вроде бы как-то напрашиваются пиджаки в стиле Гэтсби, платья в пол, туфли на высоком каблуке, но в них же достаточно неудобно двигаться. Джаз танцевать это очень большая эпоха. Танцевать невозможно. Да. Джаз очень большая эпоха, и одежда за это время тоже менялась, начиная от строгих брюк шерстяного покроя, жарких, заканчивая свободными футболками. Все это доступно. Даже, может быть, иногда и джинсы. Но это если ничего другого под рукой не оказалось. Надо вспоминать, чтобы удобная была одежда. Вообще удобные туфли на не очень высоком каблуке, устойчивом. Платье, я всегда говорю, на вечеринке одевайтесь красиво, сделайте себе праздник. Брюки, рубашка, платье, туфли, чтобы создать вот эту вот радостную праздничную атмосферу. Вот мы обратили внимание, что в последнее время социальные сети завоевывают направление танцевальное, которое называется чарльстон. Танцоры со всего мира выкладывают ролики с этим танцем, но под современную музыку. Вот почему такой интерес к этому направлению, и вы им владеете? Оно же тоже входит, наверное, в джазовый танец. Чарльстон, да? Да, конечно, входит в набор джазовых танцев. С него практически все и начинают. Да, но сейчас это как сейчас модный. Почему тренд, он вдруг через 100 лет так ворвался в социальные сети? Ну, мода же циклична. Ревущие 20-е. Да. Снова мода на дворе. Циклична, и в принципе джазовые танцы можно танцевать под любую музыку, в которой присутствует ритм. А Чарльстон это вот это вот? Да, да, это да, тоже. Да, 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 да. Надо ноги сейчас показать. Потому что там танец в ногах весь. Вот покажите этот, людям. Пульс еще попробуем. Вот такой. Не будем вот забывать, что вот с нами прекрасные джазовые музыканты. Юрий Богатырев, тенор-саксофон, Роман Салмасов, контрабас. И прямо сейчас танцевально-музыкальный номер, который называется «Honeysuckle Rose».
Просим. Спасибо большое, Любовь Гетцова, Сергей Белоусов, Юрий Богатырев и Роман Салмасов. Сегодня спасибо вам большое. Джаз в нашем эфире. Спасибо, спасибо.